Уважаемые встречающие, прибыли на сообщение Луга, Санкт-Петербург, прибыл на 3-й путь, правой стороны. Будьте внимательны и осторожны. Будьте внимательны и проявляйте бдительность. Не оставляйте свои вещи на вокзалах, станциях и в поездах. При обнаружении... Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд «Ласточка» на станции Калищ отправится в 13 часов 30 минут с 6 пути левой стороны. Поезд проследует со всеми остановками кроме Бронемая, Дача, Ульянка, Сергиево, Стрелы, Михайловская дача, Мартышки, карьер 75 километр. Спасибо за внимание. Уважаемые встречающие, скоростной электропоезд «Ласточка», сообщение «Армянбанк», Санкт-Петербург, прибыл на 6-й путь, правая сторона. Будьте внимательны и осторожны.
Сообщение. Лебяжье. Санкт-Петербург. Прибыл на второй путь. Левая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые встречающие. Скоростной электропоезд. Thank you.
Гости, приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО «РЖД». И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. А вот еще один уникальный раритет – легендарная «Овечка» 1905 года постройки. «Овечка» – это ласковое прозвище произошло от звучания серии ОВ –
что означает «основной тип с парораспределением системы инженера Вальскарта». В то время фамилии конструкторов были неотделимы от их творений. Эскизный проект паровоза, которым управляли герои произведений Андрея Платонова и Виктора Астафьева, был разработан в 1891 году. Рабочие чертежи выполнили конструкторы Коломенского завода. Паровозом управляет машинист Павел Анатольевич Некрасов. В завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.
прибудет в 8 часов 46 минут на первый путь, платформа номер 1, пригородный электропоезд, сообщение...